Так что я приглашаю его успехи маразмового ведения за последние 20 лет. Раз, два, три, четыре. Параповский, Владислав Павлюшевич, писатель, программист, кинематографист, сотрудник кафедры концептуального анализа и проектирования Московского физико-технического института. И сейчас буду стараться делать доклад немножечко от своего и немножечко от моих сотоварищей из проекта «Цивилизация». Если мы начинаем сразу с его замечательного исторического сочинения под названием «Христос». Итак, «Атрон Христос» не предназначен и не явно, это полное замещение ученого. Если мы обратимся к двух проблемам, связанных с традиционной историей, то мы так или иначе перейдем к философской схеме, а именно сомнения, разоблачения, выяснение истины, стремление методом естественных наук, проводит внедрение образования. Вот, пожалуйста, очень простая схема, соответственно, то, что сделал Николай Александрович, он замечательно отработал первого пункта – сомнения и разоблачения. Что касается выяснения истины, а именно построения той идеальной версии конструкции, которую, соответственно, он попытался было осуществить, то здесь мы говорим о том, что Николай Александрович Морозов, второй или третий, там уж не помню точно какой, дал совершенно четкую одну из версий реконструкции, где он сказал, все, пожалуйста, все истина, где-то примерно от 4 века нашей эры до 4 века нашей эры, все подвержено сомнению. Российская представители естественной научной школы пошли немножечко дальше. Был разработан логический формализм конструкции истории человечества. Это в основном ваш покорный слуга этим занимался. Соответственно, он представлен здесь по ссылкам. Я показываю этот кадр очень быстро, учитывая то, что времени у меня жестко лимитировано. Это где-то вот для вашего покорного слуги, как для математиков по любому, это, собственно, разработка данного логических мест составляла особого труда, но вот, тем не менее, она создана, и получается примерно следующее. В рамках этого логического формализма идет совершенно четко первый этап построения совокупности версии конструкции, второй этап был наиболее приоритетным по тому или иному алгоритму. Все это есть, я говорю это очень быстро. Есть и видеоверсия, есть и текстовая версия и так далее. Согласно логичной формулировке конструкции истории человечества, хронологическим версиям, историческим средств нашей эры, хотя бы по одной, это, собственно, блестящее. Как мы один раз согласовались недавно на ушедшем, кстати, буквально в войне с Николаем Ивановичем Ходорковским, просто это было блестяще, что согласуется, потому что рубеж массовых авторов архива мировой истории, это тоже самое 14 век. До этого идет акт строго единоразовый, а чем актовый материал лучше, чем материал нарративный, он гарантированно надежный, он гарантированно тот материал, который не имеет смысла поддерживать, в отличие от материала нарративного. А что такое материал нарративный, это когда мы берем какая-то редкость, какая-то хроника, мы по тому или иному соцзаказу это все сочиняем, и именно поэтому, если мы в мировой истории натыкаемся на что-либо, где у нас есть материалы нарративные, но нет материалов актов, мы, естественно, ставим это все под сомнение. И что означает нижний ряд? Нижний ряд означает метонов цикл и рассмотрение временных интервалов кратных метонов цикл как ключевой материал, как разгадки каких-то иных исторических тайн. В частности, двойной метонов цикл – это ключ к разгадке тайны христианского и иудейского вычисления, а двойной метонов цикл – это ключ к разгадке тайны истории Древнего Рима и мусульманского календаря Луны Хиджры. Все по всему этому есть у вашего входа в студии отдельно взятой работы. Следующий пункт. Теперь следующий тезис, который мы берем у Николая Александровича Морозова. Тезис номер 2. Тезис о параллелизмах второй и третьей римских империй. Собственно, та вещь, на основании которого он провел ряд логических день, в результате чего пришел, так называемая вторая Римская империя является определением третьей. Ваш покорный слуга, собственно, как-то после того, как обработал несколько всплесков озарения, пришел к одному совершенно банальному выводу, что все шло от того, что было элементарнейшим образом, отмерен, пронаблюдая Ньютонов цикл. Под итогом наблюдения этого нетонного цикла была составлена пасхальная. И возник естественный вопрос, а как же наиболее точно, то есть мы будем разным попасть, то есть каким наиболее точным образом вычислить его, рассказать о разном пасхальном.
О праздновании Пасхи можно было рассказать очень просто, если ты знаешь какой-то, потому что Пасха, наверное, как известно, празднуется это первое воскресенье после полнолуния, после равноденствия весеннего, то, соответственно, мы Пасха не всем проявляется праздновать, оказывается, и проявляет свойство праздновать и приходящего, и поэтому она в разные годы отстоит на разное количество дней от дня весеннего равноденствия. И для того, чтобы сформулировать какое-то мнемоническое правило, правило наиболее лучшего запоминания временного расстояния от весеннего равноденствия до даты первого полнолуния, было придумано правило 12 императоров. Первый год был назван приписан первым императором, второй год приписан вторым императором, третий год приписан императором, второй год. Для того, чтобы у нас случилось то, у нас случилось то, что нарисовано в правой части рисунка, единственное, что я там в самом Пасхале я перевернул там сверху вниз. Там, соответственно, здесь у нас идется 1, 2, 3, 4 сверху вниз, здесь наоборот 1, 2, 19, то есть внизу вверх. Вот, собственно, все. И если мы все продолжение всего этого метонного цикла посчитаем, то есть продолжительность всех этих дней, которые у нас получились, то есть, допустим, число 15, прибавляем 4, прибавляем 3 и так далее, получается у нас ровно число 284, то есть временное расстояние римского императора Диоклетиана от начала новой эры, которая играла принципиально широкую роль. Ну и вот, пожалуйста, мифологема, так называемая Римская империя, а если правильно так не сказано, работа вашей покорной услуги, напечатана на Академии Лилу и на Центр.ру, и я вижу Бог. И, соответственно, здесь то же самое. Схематическое выражение разделки мифологема, так называемой Римской империи, после получения данных календарной страны и достижения конвенции о начале христианской Римской империи. Не, чтобы зря время не занимать, я хочу подчеркнуть, что вся мировая хронология, разумеется, это не эксклюзивно по всей инстанции, то есть помнит, верится я. В нашей конвенции, я считаю, в нашей задаче, что это сессия Минкова, определить, что лежом хронической достоверности, только что с нашей точки зрения уже доски Минкова. Дальше. И, соответственно, мы переходим к тому разделу, что у нас сегодня в одном из музеев, это раздел тайного календаря Клима Хиджина на основании цитаты из 8-го тома, 8-й том, как известно, вообще не был издан только в наши годы, относительно недавно, в 2000 году усилили издательство «Лев Гускрафт» Александр Александрович Румынский выступил в роли главного издателя, Сергей Иванович Валянский выступил в роли главного консультанта. Здесь, после большого количества перебора различного календарного материала, самым эффективным местом, на которое можно было обратить внимание, ваш покорный образ, слуга обратил внимание, что если у нас взять условно григорианский календарь и его экстраполировать на более ранние даты по сравнению с 1582 годом, то есть если мы сделаем на более ранние даты экстраполированный григорианский календарь, что нам удалось у нас понять, что нам удалось стабильную точку зимнего солнцестояния, летнего солнцестояния, весеннего различия, в случае экономической лет, у нас получается очень приятно совпадение, что ровно 22 декабря 1357 года экстраполировано григорианский календарь, хорошо, совпадает 759, все просто. Теперь последнее, соответственно, о чем мы хотели обратить внимание, это о том, что Николай Александрович Морозов ей наверняка проникся во время исторического альтернативизма, наверняка во время своего первого путешествия в Европу, когда он встречался с немецкими революционерами, которые наверняка были в курсе того, что такое было учение Симаховского, первое альтернативное учение. Я об этом сказал только в кулуарах, поскольку я знал, наверняка носительные таких идей были члены общества Лангейзера. И последнее, из наших кадров, что я обращаю ваше внимание. Это наша конференция была в апреле прошлого года. Ваш покорный слуга сделал там как какие-то достижения российской государственной естественной школы, где он упомянул ряд ярких представителей естественной школы, которые очень много что предоставить. Где таковых в левой части кадра мы видим Игоря Владимировича Довыденко, который через в августе этого года исполняется 90 лет, получив сейчас свою здравствуйте, он построил
схему взаимодействия металлургии, геологии и возникновения первых реакторов на СССР, что помню сюда, геовоспроизводство геологических культур, и Станислав Георгиевич Покровский, экспериментальное опровержение методов, радиобиологового метода С-14. Спасибо за внимание.